окей, в первую очередь прям обязательно работать на счетом, считать тум-чик-чик и на каждый счет шагать. Тум-чик-чик, по три шага. Раз, два, три. Раз, два, три. Затем мы выучили выход через Spider-Man, это делаешь шаги на месте. Раз, два, три. И здесь слева идешь в латерал. Тум-чик-чик, тум-чик-чик, тум-чик, стоп. Когда партнерша идет в правую часть, мы выходили на поворот, заходили на ее слот. Влево, партнерша, назад. Оказались перед ней. Можно чуть-чуть сбоку, можно перед ней, не важно. Затем правой рукой мы начинаем поворот вправо, делаем три шага вправо. Вправо, вправо, вправо. Поверну, здесь можно чуть больше ее снизить. Затем мы разворачиваемся влево. Здесь можно прийти корпус уже в диагонали стоять. Затем еще влево, влево, влево. И опять три шага вправо, поворот. Вправо, вправо, вправо. Можно видеть базовый шаг и так далее. Затем, что у нас было? Раскрытие. Веревочки. А, совмещение точно. Давай вспомним по раскрытие. Здесь шаг в сторону, в сторону, в сторону. Три шага. И когда партнершу забираем, у тебя все сидит, здесь тоже три шага. Раз, два, три. Три шага к партнерше, теперь чуть-чуть под партнерше. Раз, два, три. Правая свобода. То есть я не наступаю. Правая, левая, правая. Три шага. Левая, правая, левая. Правая нога свободна. И самочиню. Можно выходить из латерала. Например, выходили в латерал. Латерал. И когда партнерша пойдет влево, мы здесь делаем тум, чик, чик. Разворачиваемся к ней лицом. Когда на латерале партнерша шла влево. Затем правая рука у нас идет наверх. Мы с левой ноги идем вперед. Поворачиваемся спиной к партнерше. И здесь делаем широкий шаг в сторону, чтобы пересечь ее линию. У девочки в ногах латерал. А затем мы просто идем вперед, левой ногой вперед и правой ногой вперед. Такой тоже шаг в крест, чтобы пересечь ее линию. Затем опять левая, спиной к партнерше, повернулись. Правая, левая, правая. И здесь важно держать дистанцию друг к другу, слишком близко не подходить, чтобы было удобно. То есть мы отошли, подошли и опять разошлись. Вот, в целом.